Привет, друзья! В этом видео расскажу, как купить акции иностранных компаний в приложении Тинькофф Инвестиции. Мы сейчас находимся на главной странице. Чтобы купить какие-то акции, нам надо перейти в раздел «Что купить» внизу и здесь выбрать акции вверху. Да? Здесь вот есть как раз тоже сортировка российские и иностранные. Выбираем иностранные и здесь список всех иностранных компаний. Мы можем их как-то отсортировать, например, по цене, по названию, по изменению за полгода. Также можем нажать на лупу вот здесь и в поиске написать, например, мы хотим купить, не знаю, Apple. Вот, переходим в Apple и можем ее купить. Нажимаем кнопочку «Купить», выставляем именно лучшая цена. Если вы новичок, то выставляете именно лучшая цена. По текущей лучшей цене произойдет покупка акций. Количество 1. И нажимаем на кнопочку «Купить». Ну, у меня сейчас нет денег, чтобы совершить покупку. Ну, так это делается. Так, все просто. Спасибо за просмотр. Если видео для вас было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на этот канал. Всем удачи и хорошего дня. Пока.